встать. Если вы прямо сейчас нуждаетесь в Иисусе, вы можете прийти к Нему и уйти домой новым человеком, покаявшись в Нем. Пожалуйста, идите ко Христу, Он здесь, чтобы помочь тебе. Я верю, что если грешники не каются, то надо христианам каяться. Дайте достойные примеры, они последуют за нами. Иисус живой, Он здесь, чтобы помочь, благословить, исцелить тебя